О романтике есть у поэтов довольно известных, бередящие душу такие примерно слова. Дескать, проще всего переехать на новое место, и название романтика сразу получишь права. Мол, забравшись в тайгу с рюкзаком в грузовом вертолете, называться героем читатель, конечно, легко. Ты попробуй ее отыскать в повседневной работе. На заводе, на поле колхозном, у ткацких станков. Только если бы все оставались у отчего дома, и к далеким дорогам пропал у людей интерес, никогда-никогда Байконур бы не стал космодромом, и никто не построил бы БАМ или братскую ГЭС. Давался мне непросто. Я, зубы сжав, шел на мороз. И самым главным был вопросом, смогу ли выдержать вопрос. Когда они делали первые шаги по безлюдной тайге, когда укладывали первые рельсы, они едва ли думали, что будут писать о своей магистрали стихи. Для каждого из них начиналась новая жизнь, где все было необычно и трудно. Но причастность к большому делу помогала им идти вперед. Радость преодоления становилась сильнее усталости. Мы дождями умыты, мы исхлёстаны ветром, мы не так знамениты, как иные поэты. Но в предутренней просени здесь поэзия с нами, днем рубившие просеки, ночью бредим стихами. Эти строки написала инженер Тамара Шульга. Ее рабочий стаж начинался в Тынде, когда столица БАМа была еще поселком. Просто нельзя не писать, если человек думает, ощущает все это. И неважно, будут поэты большие тут, не будут. Просто лишь бы появилось вот это желание. Ведь и на Магнитке, и на Комсомольске, на Амуре когда-то, когда это все строилось, тоже писали стихи, а ведь мы их теперь воспринимаем как документ. Каванта, Куыкта, чудные названия, таежные речки, одно наказание. С утра в буреломе десант не пробьется, сорочья ярмарка нагло смеется. Снег по колено, усталость по горло. Чего вас, ребята, Куыкте поперло? Чего на Каванте забыли вы, парни? Торосы, завалы, да стылой мари, ревут тягачи, и не слышно вопросов. Вагончики медленно тают в торосах. Тяжелый маршрут по лесным километрам, подбитый морозом, заштопанный ветром. Корчагинцы, вас я опять узнаю,
потяги быть здесь, на переднем краю. Только увлеченный человек может разглядеть необыкновенное в обычном. В простом и знакомом угадать скрытый смысл, увидеть главное. Владимир Степанович Чахлов не писал стихов ни на фронтах Великой Отечественной, ни когда строил мосты в Средней Азии, участвовал в покорении Целины. Не пишет их и на Баме. Если сказать ему, что он поэт, не поверит. Мы с вами уже, или наши ровесники, уже много попробовали и, в общем-то, знают цену и себе, и, скажем, жизни. Это профессионалы, которые, имея достаточный большой опыт строительства, нашли место, где они могут все свои силы вот так вот приложить, развернуться и поработать от души. Красиво. Вот давай читай. Вот первое. Вот волны твои кончаются. Первое. Вот. Гравина галечник. Начальник 54-го мостоотряда Чахлов умеет передать другим свой рабочий азарт. Его стихи и поэмы – это мосты, которые строит отряд. Вот эти ребята, они ехали делать подвиги, и когда они приехали и попали в тяжелейшие условия, и им приходилось тут рубить просеки, строить дома, там первые печки класть, мерзнуть, спать всемером на 4 квадратных метрах в вагончике. Они были счастливы, потому что они получили то, зачем ехали. Они получили трудности, они получили возможность проявить свой героизм, упорство, настойчивость. Многие впервые попали в такие края и от дома далеко, от друзей далеко, от старых своих. И все это, наверное, обостряет как-то восприятие мира. И потом ведь все делают большое дело. Это же все иначе, все сначала, и потом это мой город, это первый мой город, я уже строитель. Город. Это же было. И не с кем-нибудь, с нами. Мы с тобой уросли не в добре и тепле. Проклинали дожди, замерзали ночами, только твердо стояли на этой земле. Мы вернемся сюда. Будут ветры с могота о прошедшей романтике с грустью шептать. А пока я живу весь в делах и заботах. Надо выстроить город, а потом приезжать. Проверяешь, на что ты способен, ведь выдержать здесь, особенно первое время, было довольно сложно, холодно. У нас даже в общежитии в ведре вода замерзала до дна за ночь. И оставались сначала только сильные, а теперь все стали сильными, наверное, потому уезжают редко. Не просто каждый день доказывать, что ты сильный, но ты должен так делать, потому что рядом товарищи. И им не все равно, можно на тебя надеяться или нет. Это постоянный экзамен, где от тебя ждут не слов, а поступков. Однажды бригадир мостовиков Сергей Шашура не выдержал такой проверки. Уехал в отпуск и никому не сказал, вернется или нет. Квартиру отдал, вещи отправил. Я в отпуске, когда я уезжал, и все. Пока дорогу эту строим, вбивая сваи в мерзлый наст, мы стоим все, чего мы стоим. Она оценивает нас. И понимаем понемногу, сравнений громких не любя, пока мы делаем дорогу, мы с нею делаем себя. Мы костерим ее и лаем. Она наш рай, она наш ад. Мы дни до отпуска считаем и возвращаемся назад. Ну, здесь
на БАМ более как-то люди чувствуют дружбу, спаянность между собой. Потому что все здесь вместе, судьбы, как говорится, связаны с БАМом всех. И меня в частности с ребятами. Так что, когда уехал, все-таки чувствовал как-то какую-то оторванность. Что-то тянуло так, как-то, ну, пробыл 3 года здесь как-то. Ну, и природа тут такая все-таки суровая, своеобразная природа. Ребята все знакомые, друзья работали вместе, коллектив единый. Можно сказать, да, единомышленников, потому что все время вместе, все на глазах друг друга. Это все ошибки, все радости, все печали, все делили пополам все. Вы знаете, бросить все иногда хочется без оглядки. Но не потому, что в тепло, в уют, а вот когда оно ни черта не получается, и вот, значит, упираешься. Вроде все ты делаешь, и все делают как надо, а оно все равно не выходит. Вот тогда наступает, ну, это, видимо, у всех иногда бывает такое состояние, да провались оно все пропадом. И что я тут, свет клином сошелся на этой тынде, поеду я лучше куда-нибудь, но не в тепло, в уют, а вот сяду где-нибудь тихонечко и буду там какие-нибудь бумаги писать. Живут люди, вон, ты приедешь в главке, понимаешь, сидят, 6 часов, все по домам, понимаешь, очень хорошо. Когда дело идет, то другой разговор. Вы будете упираться, пахать, тащить, дело идет, вы довольны. Появляются какие-то внутренние резервы и прочее. По-видимому, в жизни каждого человека или семьи возникает такой период, когда им нужна какая-то перемена для того, чтобы опробовать прежде всего самого себя. Не у каждого возникает такая потребность. Но у многих возникает такой вот момент, когда надо что-то сделать, чтобы знать. Вот это я могу, а вот это я не могу. Первые строители прилетали в Тынду на самолетах. Борис Райнис приехал на свой бамовский экзамен по рельсам, которые уложили те первые. С детства Борис хотел стать театральным режиссером. Он будет им, когда в Тынде построят театр. Ну, надо кому-то и в кочегарке, наверное, работать. Не всем же, работать на трассе, на дороге. Вот. Да я, собственно, и не жалею о том, что пошел вот и работаю здесь. Так, знаете, даже интереснее. Отсюда, собственно, БАМ по-своему очень виден. Да и есть как-то время, даже вот на работе есть время подумать немножко, поразмышлять. И пишется интересно. Одно стихотворение из этого маленького цикла, который называется «Плотник». «Похожий на великого Петра, мне этот плотник не дает покоя. Его лицо не общего покроя, глазище, будто угли из костра. И силище, и 2-метровый рост. Но сходство суть не в том, в конечном счете. Да и не в том, как он красиво прост, или как просто он красив в работе. Величие не в том, что 2 метров. И вдруг пойму, единственное сходство – то первородство, то первопроходство, роднящее в России мастеров». Ну, вот это стихотворение как раз, вот мне кажется, вот, поскольку мы говорили об этом внутреннем облике, мне кажется, здесь удалась какой-то штрих, попытка внутреннего облика. Пусть эти стихи читают на любой стройке, но они выражают душу строителя, душу первопроходца, душу открывателя, покорителя Сибири. О том, что строят на БАМе, рассказывают строки отчетов и сводок. О чувствах и мыслях строителей говорят стихи. Все труднее и труднее собираться литературной группе «Звено», ведущей поэтическую летопись «Магистрали». Рельсы ложатся все дальше от Тынды, и с ними уходят бульдозеристы и лесорубы, инженеры и водители.
Оттуда с трассы присылают они в редакцию газеты «БАМ» свои новые стихи. Это мы-то сейчас говорим об этих стихах и рассуждаем о их достоинствах, недостатках с точки зрения людей, которые все это видят, у которых на глазах все это происходит, которые могут рукой пощупать. Вот только когда я приехал сюда, собственно, я по-настоящему как-то задумался над этим вопросом о своем месте в жизни, в каком-то общем коллективном труде. До этого как-то не приходилось. На стойку труда я глотаю упрямо. Уже не уеду, навряд ли раскисну. И как подорожник на мелкие раны, такие домашние мамины письма. И письма друзей. Очень разные письма. Одни уважают, другие смеются. И часто приходят колючие мысли. Так делать судьбу или взять ее с блюдца? А БАМ — это судьбы, счастливые судьбы, коммуны в тайге, где все делится вместе. На эту дорогу хоть глазом взглянуть бы, жаль, нету бессмертия, лет через 200. В стихах бамовских поэтов жизнь, которой живут они сами, судьбы тех, кто работает рядом. И мастеру Тоне Серебряковой иногда кажется, что некоторые строки написаны о ней, о ее товарищах, о тех мостах, в которые они вложили столько сил. Всю жизнь у нас отец ездил по всему Советскому Союзу, мы привыкли жить на чемоданах, так, и поэтому нам не особенно страшно было ехать сюда. Потому что привыкли, в общем-то, к такой жизни, и даже как-то было скучно жить на одном месте долго. Человек устроен странно. Одному для душевного комфорта достаточно материального комфорта, а другому, наоборот, для душевного комфорта и материальный комфорт, в общем-то, мало что значит. Мой труд есть в этом мосту, но все-таки основной, вот этот самый тяжелый, вот этот физический труд и вот эти лишения, холод, все-таки здесь морозы, такие ребята привыкли работать в таких условиях. Вот они основные герои, конечно, трассы, герои БАМа. Нас приютила дикая земля, не знавшая ни дыма, ни жилища, промерзшая насквозь, как будто днище зимующего в бухте корабля. Капитаны, братья, капитаны, мы в океан дорогу протоптали, задорным килем море пропороли и пропололи от подводных трав. В сегодняшней тынде легче быть сильным. Стихи о спальных мешках и палатках звучат в квартирах многоэтажных домов. Но и теперь приехать на БАМ значит круто изменить жизнь, проявить тот самый бамовский характер, о котором поет Дима Дементьев. Характер, который оказался у рижанки Илоны Вахрамеевой и москвича Сергея Железнякова. Ну, моя мамуля пробыла здесь год, все время звонила мне в Ригу: «Илоночка, доченька, приезжай».
хоть на недельку. Ну вот я приехала в августе месяце на недельку, и вот эта прекрасная неделька все длится уже 2,5 года. Неосведомленности, конечно, скажем. Мы бы женились в 79-м году, 3 ноября. То есть буквально 3 месяца назад. 3-4 месяца. Лишь медовый месяц. Как обаятельно для тех, кто понимает. Вот. Вот. Ну, в это время просто были здесь родители. Они играли здесь. Ну, и я и к ним сюда махнул. Ну, так и вот задержался на 3 года. Думал, в общем, раньше вернуться в Москву, конечно. Думал сразу, потом... А так... И собираюсь еще брать здесь, в общем-то. Ну, что, поехали? Бросаю скучные занятия. Мой шумный город, Бог с тобой. Я к вам, ребята, принимайте. Не за деньгами, за судьбой. Отец Сергея, Евгений Георгиевич Железняков, проехал многие сотни километров по нелегким бамовским дорогам. И очень здоров, да, крутит баранку потихоньку, 28 лет все-таки, 40 какой-то. Вот, начинал, правда, еще юнцом. Его отец, дед мой, посадил его первый раз за руль автомобиля еще в 8 лет. Ну, в 17, конечно, получил права и работает с тех пор, значит, шофером. Пять лет на БАМе – это тысячи тонн грузов, доставленных с стройки. Это долгие рейсы по бездорожью, ночевки на обочинах зимников, крутизна обледенелых подъемов. И глох мотор, и жгли костры, бывало в морозы, и накладывали гать. Я столько видел, что теперь, пожалуй, до старости всего не рассказать. Вот этот парень в полушубке грубом, в глухую ночь, в космический мороз, жеклеры продувал, кровави губы, и не погиб, и груз свой в срок привез. Но из него не вытянешь ни слова. Про этот факт расскажет только ночь, а он ответит, что же тут такого. Любой водитель сделал бы точь-в-точь. По трассе, колеся на самосвале, 100 раз я убедился в этом сам, из сплава, что надежнее всякой стали, характеры выковывает БАМ. Как день, неглаженный, небритый, событиями как будто не богат, но в нем была такая сила скрыта, такого смысла вложен был заряд, что каждый час и каждая минута остервенело прожитого дня врывались в душу яростно и круто, и одержимым делали меня. И в стройке века, поспевая жить, я день-деньской ношусь по трассе с ветром, наматывая сотни километров и сотни дел, стараясь завершить.